Так, новый контент. Сломали петух, вырвали полностью резьбу. Не показал я, как она вырвана, уже нарезал. Нашел я метчик. Метчик идет 10 на 1. Все нарезал. Петух вот так вот согнут. Винтик потеряли. Сейчас, соответственно, резьбу нарезал. Держится очень хорошо, потому что все-таки сталь перенарезается заново. Сейчас петух прикручу и буду править сразу и петух, и крепление переключателя прямо на велосипеде буду гнуть, потому что ну тут с этим уже ничего не поделать. Не хотят менять, не хотят потратить там 300 рублей на новый переключатель. Поэтому буду сейчас пытаться выправить одновременно и петух, и переклюк, и все это отрегулировать. Но, к сожалению, резьба там была сорвана очень сильно. Я ее перенарезал, ставил правку для петуха. Буквально петух чуть-чуть повернул, и резьбу вырвало полностью. Пробовал я еще раз нарезать, бесполезно. Резьбы уже не хватает. Поэтому есть очень простое решение. Это переключатель с креплением на ось. К сожалению, здесь опять же вот эта вот часть не предназначена для крепления такого петуха. Поэтому такой большой зазор. В принципе, нагрузка здесь не очень большая. Сейчас на нем уже покатался, все настроил. То есть, как выход, это брать и вот под этот винтик в раме сверлить отверстие, чтобы максимально глубоко задвинуть переключатель. Но он держится, то есть вот эта вот сама часть держится очень хорошо, вообще не люфтит. Я думаю, что будет работать столько, сколько этому велику суждено прожить. А потом, да, можно модернизировать, глубже его задвинуть, просверлить отверстие и нарезать резьбу в самой раме. А так вот такой простенький переключатель с доработкой. Немножечко там пришлось подшлифовать все. Встал на раму, все работает, все переключает. Даже, блин, нормально переключает. Тут вот передний переключатель вот этого совсем плохо работает. Потому что тут такая рамочка, она достаточно кривая. Не с первого раза бывает заскакивает. Вся мятая, но тоже отрегулировал. Колесо восьмеркой просили не править. Поэтому пока что тормоза вот таким вот образом раздвинул. В растопырку все смазал там. Но, по крайней мере, все очень хорошо работает, ничего не чиркает. Такой вот ремонт занял целый день.